Всем привет, я Лебеди Федор, райдер команды Touchteam. Сегодня на обзоре самокат Провокатор. Сейчас расскажу о нем поподробнее. Руль имеет габариты с нижней части зажима, высота 69 см, ширина 58 см. Грип все очень приятный и удобный. Самокат собран на системе SKS, имеет 4-болтовый зажим на 6 болтах. Сделан под тонкие рули диаметром 31 на 8 мм. Вилка. Вилка сделана из 75-го алюминия, а она очень легкая и прочная. Сам на ней катался, проверял, мне понравилось. Кстати, на самокате гравировка на пыльнике «Провокатор». Доска. Габариты доски. 49,5 см в длину, 12 см в ширину. Футспейс 37 сантиметров. Она безумно удобная и легкая. Легче нее досок не видел. Колеса. Колеса очень мягкие. На подшипниках АБЭК-9. Самокат имеет полутормоз, полуфендер. Он очень удобный и не мешает кататься. Сам на таком катаюсь. Самокат весит 3 килограмма 50 грамм, но когда я его получил на тестирование, я пильнул себе высоту руль, и мне стало удобнее. Ну, пильнул я под себя, потому что я сам по себе не такого высокого роста, и руль мне не подходил. Самокат стал легче, удобней, практичней. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал Touchteam. Всем пока. Самокат имеет 4 офигенных расцветки: красная, фиолетовая, черная и хромовая. Но хромовой в наличии, к сожалению, сейчас нету, но в скором времени она появится. All the way, back it up. You don't know it, but you better fall in love. You just wanna get it feeling like a drug. You don't get it, ain't nobody fuck with us. Get it, ain't nobody fuck with us. Get it, baby, turn the speakers up. Алло, алло. Грипсов. Грипсы очень